Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство OnePlus Nord 4, и сейчас я покажу вам, как выполнить сброс всех настроек. Итак, мы открываем настройки. И проходим в раздел «Системы обновления». Выбираем резервное копирование и сброс, и выбираем «Сбросить настройки телефона». И нажимаем «Удалить все данные» и «Удалить» и «Очистить». И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.